Кроме нас с Уиллом, пока лучше никому на улицу не выходить. Мы не знаем, почему Стэнли заболел. Мы ничего не знаем. Его никто не трогал, так что мы в безопасности. Наверняка. Ты просто дверь открыл, так? Ты не входил? Я дверь не трогал. В смысле? Она была открыта. Что? Дверь была открыта, когда ты к ней подошел? Да. Тогда кто ее открыл? Режиссер Трей Эдвард Шульц. Если ты мне врешь, я тебя убью. Все хорошо. Не бойся. Все хорошо. Все хорошо. Стэн! Все хорошо. Оно приходит ночью. Скоро.